Всем привет! В ремонте у нас Toyota Avensis. Вот такой экземпляр привезли. Значит, основные повреждения — это крышка багажника. Вот так она вмята. Ее будем равнять. Значит, также задняя панель. Сейчас хуже видно. Бампер накинут, бампер они уже поменяли с балкой. Вот в таком состоянии привезли. Также немного помято переднее крыло. Его тоже надо выровнять и покрасить. Ну вот, разобрал зад. И вот что мы видим. Вот такие повреждения. Ну, начинаю ремонт крышки багажника. Thank you.
Ну что, крышка как бы готова. Вот. Сейчас буду делать заднюю панель. Сначала вытяну кантик, выдавлю сколько возможно. Вот в этом месте мне придется вырезать, чтобы был доступ вот к этой части металла, чтобы можно было подровнять. Ну и самовырезанную часть вырвал сюда. Ну вот выстукиваю ту часть и равняю все. Итак, отравнял все, сварил, зачистил, и панель как бы готова. Накидываю бампер, примеряю фонарь задний. Зазоры все на месте. Ну и задняя часть машины, естественно, готова. Осталось сделать переднее крыло. Чем я сейчас и займусь. Равняю. Итак, ремонт переднего крыла идет к концу. Зачищаю. Ну и в принципе крыло переднее сделано. Так что почти все я уже сделал, даже все можно сказать, и отдал на покраску. Ну вот машина покрашена, собрана. И сейчас вот так вот выглядит. Ну а я желаю всем удачи. Спасибо за просмотр. С вами был Артур. Пока.